Привет! Вы на канале Тим Витыч. Тим, наконец-то ты снега дождался, да? Да, хорошо, а что ты его в тачку таскаешь? Это что, ты иглу будешь строить, как на Крайнем Севере там люди живут? Ну, было бы неплохо. Правда, у нас еще столько много снега нету. Но вдруг дождемся, вдруг целую ночь будет идти снег, и завтра мы сможем построить такой шалаш из снега, правда? Да. Тебе не тяжело? Нет. Тим, ты знаешь, что ты уже похож на Деда Мороза? Да. Может, хватит уже, будем заходить в комнату? Это будет сказка. Была избушка какая там, ледяная у лисы. А у нас снеговая. Ну ты даешь. А снег валит. Если так всю ночь будет идти, то у нас завтра утром сугробы будут. Тима так и не хочет заходить домой. Строит там башню из снега. У нас в доме тепло. Тим, ну что, ты вырыл себе юрту? Да. Класс! И что, собираешься здесь ночевать? У тебя даже фонарик есть. Ничего себе, ну покажи, как ты залазишь в нее. Тим, ну шо, как ты, тебе подземные, ой, вернее, подснежные ходы. Класс. Хорошие, да. Ну что, устраиваем челлендж? Да. 24 часа да. В юрте или как, или ночью в юрте. Да. Класс, ты себе домик построил. А снег так и валит. А это что у тебя здесь? Ломается. Снежное кресло? Да. Круто. Принеси мне чаек. Чаек? Да. Он тебя спасет при такой холодине. Спасет. Все, давай вылазите домой, а завтра еще погуляемся. Ага. Раз солнце. Какой? День чудесный. Класс. Все.